Всем привет, с вами Джей и только Джей. Панка уехала к родителям, поэтому ее долгое время не будет. Продолжаем. Список Стима мой. Не пойми чего, не пойми кого. Dead Effect. Какое-то мясцо про зомби, судя по всему. Вот это запись, а не трансляция, потому что запись YouTube как-то обрабатывает быстрее. Трансляцию он после трансляции часов 12 обрабатывает. Ну а записи он как-то быстрее выкладывает. Давай, Эви История. Новая игра, я не... Джейн Фрейк, естественно. Сложность. Хват шоп, да. Давай. А, я не могу включить автоматически. Давай, среднюю сложность, погнали. Да, я не знаю, я не играл. Откуда у меня там прогресс? Я только установил его. Фух. Жара в Москве пипец. Я вот сейчас сижу. Не очень чего. Так, прошел сбой. Ну, типично. Смесь. Корабль, сбой в капсуле. Экстренно вылез. Пользовать станцию. Так, ходить в сад. А я ее не свалю. О. Так, блин, мышка. Так, настройки. Мышка слишком быстро ходит. А, настройки игры. Скорость поворота чуть уменьшим. Акселерация мышки чуть уменьшим. Ну, все уменьшим. Все равно быстренько, ну ладно. Давай посмотрим, что использовать ли то тропик. Аж. О, прикольно. Нажал Е, она просто повернулась. Зерги. Левая кнопка мыши, чтобы выстрелить. Окей. Право прицелиться. Чтобы чё? Я не понял, что это такое. Нажмите У для каких-то там разрух. Так, вот, они кого-то жрут. Это что такое? А, понятно, у нее дальность вообще. Дальность у этой пушки, короче, не очень. Да. Надо найти пистолет. Это как это? Как ГХТ с движком на 650. Ни о чем. Вроде работает, а вроде ни о чем. О! Проверить состояние. Так. Р перезарядить. Ага. Ну, баблишко какое-то нашел. Пробил. Ай, капитан Мебей, Меридиан, что-то и не находится толпы наши сверхъестественные. Все без осложнений. Большинство из вас спит. Короче, все окей. Чувак написал все окей, но тут вот пришли зомби и всех сожрали.
можно и туда пойти. Ну, пойдем сюда. Как много патронов. Это, конечно, прикольно. Ну, блин, и чутка напрягает. Это значит, сейчас куча всего. То есть, если ты читаешь, значит, ты прошел мой небольшой тест на интеллект. Рад, что ты меня не разочаровал. Окей. Кто-то оказался умным. Рад за него. А, на контрол не приседает. У меня контролы и залипают. Блин, на C надо приседать. Ну ладно, пойдем. И незачем так орать. Некоторым страшно из-за этого становится. Ах. Ой. А! Они еще и бегают. Ха! Куда они так исчезают? Так, все. Пошел нафиг. У-ху-ху. Блин. Умер во время перезарядки, да, это стандартно. Так, нет, я сначала посмотрю, нет ли тут никого, не вылетит ли на меня кто. Нажмите пробел, чтобы чего? Что произошло? Вот тут лежит КПК. Мужик, я немного завидую, ты спишь, пока я тут жопу рву на работе. Окей. Из чего я могу отступать? Да блин, ну не шатайтесь так, я по вам не попадаю. Скотно. Не самая лучшая идея играть в это ночью. Не самая лучшая. А я что, прыгать не умею? То есть я туда попасть никак. Ну, надписи никаких про прыжок нет. А, это просто поворот камеры. Ну, значит, все тут тупик. Я вроде играю с женщиной, а дыхание мужское. Я трансгендер. Какая толерантная игра. Да. Бах. Ух ты ж, ёбас там. Я такой косой. Так, когда они подходят близко, они ускоряются.
дверь на труп реагирует? Все, мои патроны закончились. Оп, нашлись. Ага, мне надо туда идти. Окей, окей, но я схожу сюда. Откуда у меня граната? Еще один скучный день за компьютером. Сегодня с обедом обсуждали с Фениксом подготовку и вооружение. Короче, да. Все хорошо. Ты чё так... Вы чё такие быстрые? Вы не должны быть такими быстрыми. Вы ж не были такими быстрыми. Подожди. Понятное дело. Чтобы... А, взломал. Все, ничего нет, ничего нет. Сорок пятый год. Какой скачок за 25 лет? Илон Маск. Каким помещение гиперсна? Ну тут дверь, да, открыт. То, что было закрыто, стало открыто. О! Фонарик. Ха-ха, я раньше тебя добился. Нефиг тут. Хай, лежать, бегать, все такое прочее. О, время минус. 33, 25, точно 76. Трофеев скрытых не нашел, планшеты не все нашел. Деньги не все нашел, достижение одно. Нормально. Продолжим. Модификация. Да. Да. Короче, все. Классная граната. Уже. У-у-у! Блин, у меня бабла уже нет. Спила. Бунись. Ясненько. Кипировка. Давай, слечимся. Ништячок, ништячок, ништячок. Узел связи, окей. Да ну его нафиг.
метро. Что, у меня граната только одна была? Ха-ха-ха. Какое-то золото одно наше. О, сыкотная игра. Пробил. Пошел вон. Нечего поборать. Я туда еще не ходил. Я сюда еще не ходил. Тут наверняка патроны, деньги, планшеты. А, мы колонизатор. Ну, короче, как обычно, летим на какую-то планету и какой-то пиздец происходит. Усиление способности человека, который содержит функции организма. Окей. В общем, как обычно, во всем виноваты ученые. Да экспериментировались. Необычно еще какая-нибудь зараза. Просто зараза. Сама по себе. А тут ученые виноваты. Ну, они в 70% случаев виноваты. Ах, они. Мерзкие яйцеголовые. Сэкономил патрон. Супер. Умер, умер. Знаем мы. Упадут они, а потом встают. Пам-пам-пам-пам. Сейчас, короче, я вот эту штуку говорю, он откроет мне эту дверь, а отсюда его полез. Нет? Надо же. Удивительно. А, питание у лифта. Они ко мне так близко, не социофоб. Блин. Открывайся! Откуда он? Вот я же сказал, отсюда он полез. Вот отсюда и прилез. Ну вот как он еще сзади меня оказался.
Машка. Блин, они бесконечно тут что ли будут ползти? Да, бесконечно. Поехали! Ну, кого-то грызут. Хорошо, что не меня. Всю перезарядить, а то потом как-нибудь переключусь, пистолет с одним патроном. Сюда. Мы тут не все обследовали. Денежки, денежки, патрончики, это хорошо. Фугас закончился. Пошел нафиг. Ага, пистолет, 3 патрона. Ну ладно. Надо дострелять. Эти 3 патрона. Игра туда не лезет. Не лезет. Вангер обратит потенциальную реакцию вырвочных. Короче, еще там какая-то беда. Какой же я ленивый почитать. О, денежка. Точно гранаты? Есть. О, турельки. Как далеко ты идешь?
Как она быстро поворачивает. Подождите, пока она отстреляется. Гранату ей кинуть, которых у меня нет. О, ну ты молодец, вовремя открыл. Не мог открыть чуть раньше, когда турель еще работал. Блин, это босс. У-ху-ху! У него пинспила. Типа она мне выпала, но, блин, использовать я ее не могу. Надо будет заменить эту штуку дрюку просто. Электрическую. Все, все перезаряжено. Гранаты нет. Двери открой. Патрончики, денежки. А чё это я раню? Как? А, вон среди них, блин, какой-то хмырь плюется. Так, вот с, с плюющимися зомби у меня проблемы. Они могут меня убить. Меня любой зомби может убить, но у плюющихся больше шансов. Так, мне туда? Да, поэтому пойдем сюда. Позырим, что у нас. Ха. Ага, конечно. Смайя. Ох, скрытые трофеи. Блин, бабло не трать, оружие.
А, 24. Все, прокачать. Понятно, минус полный. Я аж вспотел. Так, вот, получился небольшой такой получасовой стрип. Я к этому вернусь, но чуть попозже. Не ночью. Ну так, хорошая игра. Пострелять по зомбям, почему бы и нет. Ну, вспотел я, потому что жарко, но все равно нервно как-то. И вставать завтра рано, завтра на работу и все такое прочее. Вот, так что все. Все, спасибо за просмотр. Dead Effect, судя по всему, очень хорошая годнота. Завтра продолжим. А пока, не болейте, не кашляйте. И нарушил. Не болейте, не кашляйте. А пока, пока-пока. Три пока. Три пока. Супер шутка. Всем бывать и удачи.